Вместе. Уже не первый день по всей России проходят акции в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик. В это непростое время жители нашего региона также выразили свою солидарность и сопереживание, приняв участие в автопробеге. Наталья Дуркина продолжит тему. Автопробег стартовал вечером в пятницу. Колонна машин проследовала от Дворца культуры «Арктика» с лозунгами «Мы вместе и своих не бросаем» до Центра арктического туризма. Акция проходила в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик, которым пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться в Россию, а также тех, кто остался в Донбассе. Участники акции поделились своим мнением относительно решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании независимости народных республик. Поддержка России как никогда, и президент правильно сказал, что кроме России им помочь некому. Это наши русские люди. Хватит им воевать уже. Сколько уже можно? 8 лет воюют уже. Пускай живут люди мирно. Мы живем, и пускай они живут мирно. Весь народ Российской Федерации поддержал Владимира Владимировича, и он принял правильное решение, что объявил их независимость, Луганскую и Донецкую республику, сделал независимость. Я считаю, что это самое правильное решение, которое нужно было сделать это еще давно, еще в 2014 году. Участники акции выстроились и составили слово «Вместе» из автомобилей, а также фонариков. Акция «Мы вместе», то есть мы сегодня сделали так называемый автопробег в поддержку Донбасса, в поддержку тех жителей, которые сейчас у нас прибывают в нашу страну в виде беженцев. Мы хотим призвать всех людей, чтобы они обратили на это внимание, чтобы оказали поддержку этим людям. Вот. А также у нас сейчас ведется акция, значит, по сбору необходимых вещей и также сбору средств в поддержку у нас беженцев. В акции приняли участие более 30 автомобилистов на личном автотранспорте. Наталья Дуркина, Алина Баучийская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».